Девчонки, всем большой привет! Накопила для вас опять очень-очень много пустых баночек. Приготовьтесь, потому что их будет очень много. И, к сожалению, я записываю это видео на свой фотоаппарат. У него установлен лимит видеосъемки на 10 минут, поэтому придется видео составлять из нескольких частей. Ну а так, давайте приступим. И начать я бы хотела с такого средства, которое для меня, даже для моей семьи, является незаменимым. Небольшая предыстория. У моего ребенка раньше очень-очень часто был насморк. И мы не могли понять, в чем причина, потому что, в принципе, ребенок не болеет, но из носа течет. Мы начали его обследовать. Значит, начали стандартно с педиатра, дальше перешли на лора и так далее. В общем, никто ничего нам сказать не мог, но тем не менее, особенно в утренние и вечерние часы, у ребенка наблюдался вот какой-то насморк. Что мы сделали? Мы нашли хорошего врача-аллерголога-иммунолога, обратились к нему, сдали очень много разных анализов, и выяснилось, что у нашего ребенка элементарная аллергия. Причем аллергия на клеща домашней пыли. Это не значит, что если у вашего ребенка тоже аллергия на клеща домашней пыли, это не значит, что у вас дома как-то грязно или не убрано, или вы там, у вас там все в пыли. Нет, у нас дома всегда чисто, всегда сделана уборка, но тем не менее у ребенка такая аллергия есть. Клещ домашней пыли, он обитает и в школе, и в книгах, и в библиотеках, то есть везде. И, в принципе, от него избавиться довольно-таки сложно. Но этот доктор нам порекомендовал одно средство, которым мы обрабатываем раз в полгода квартиру. Это вот такое средство под названием Аллергов. Продается оно в специализированных магазинах для астматиков. Вот эта вещь просто нам спасла, можно сказать, нашу жизнь. Потому что ребенок сразу перестал чихать, кашлять. И, в общем, вот такой баллон, он рассчитан на сколько-то квадратных метров, сейчас уже не буду говорить, потому что здесь не помню. Ну, в принципе, нам хватает двух баллонов вот таких на всю квартиру. Обрабатывается все, начиная от постельного белья и принадлежностей, заканчивая шторами, а можно даже на обои, на игрушки, везде. То есть для человека это средство абсолютно безопасно, но для клеща домашней пыли, вот здесь этот клещ как раз-таки нарисован, это средство просто губительно. Поэтому пользуемся постоянно. Вот очередные два флакона выбрасываю. Раньше покупали в специализированном магазине для астматиков. Сейчас он, к сожалению, закрылся, и приходится нам заказывать это средство через интернет. Так что у кого тоже такая есть проблема в семье, девочки, я вам очень-очень советую это средство. Дальше уже тогда по квартирным еще пройдемся. У меня закончилось вот такое средство для чистки ванны от компании Garden, экологичный. Мне он не понравился. Цвет у него такой грязно-серый, неприятный. Ну, на мой взгляд, не совсем приятный запах, хотя здесь написано грейпфрут с мятой. Не наблюдаю я здесь никакого грейпфрута и мяты. И потом с ванной его очень тяжело смыть. Довольно-таки скользкая поверхность. Если вы собираетесь принимать душ, а не мыться в ванной, то, вероятнее всего, вы будете скользить. Мне это средство не понравилось. Следующее, что у меня закончилось, это вот такой ополаскиватель для зубов Colgate Optic White. Вообще интересно, раньше мы, в принципе, редко такие вещи покупали, практически, можно сказать, не пользовались. А потом что-то взяли, попробовали, и сейчас уже без этих штук мы просто не можем. Пользуемся все, и ребенок, и я, и муж. И вот это вот нам очень понравилось, то есть оно такое не ядреная, знаете, бывает такое, что начинаешь полоскать рот и аж мурашки по телу. То есть вот это нормальное такое средство. Ребенок у меня очень любит, особенно там, если с чесноком что-то покушает, он бежит скорее, полощет рот. Разбавляет, правда, немного водичкой, потому что я сама ему сказала, разбавляйте, потому что это все-таки средство для взрослых. Вот, и пользуемся, очень нравится. Следующее, что у меня закончилось, вот такой вот гель для душа от Palmolive. Это шоколадная вуаль. Девчонки, я не знаю вообще, как я его купила, зачем я его купила, но этот запах, он меня просто достал. Как говорит один из моих любимых блогеров, Юлечка Ангел, привет тебе, Юля, если смотришь меня, он меня реально достал, вот этот гель. Я уже не знала, как его допользовать, домыть, в итоге тут еще немного осталось, выбрасываю. Даже мой ребенок, заходя в ванну, спрашивал: мам, что здесь так воняет? Я говорю: сын, ну понюхай, вот так
вкусно же вроде бы пахнет, даю ему понюхать. Он говорит, фу, никогда больше такой не покупай. И правда, гадость, гадость редкостная. Продолжаем тему гелей для душа. Вот такой у нас еще закончился от Ифраше. Это био, по-моему, с карите или что-то, как он называется. Да, масло карите. Мне тоже он не особо понравился, хотя многие прям в диком восторге от этих гелей от Yves Rocher. Ну да, он может быть как-то там и состоит из этого масла карите, но он практически не пенится. И даже вот этот вот кремовый его состав на коже, он не дает никакого для этой кожи увлажнения. Ну не знаю, мне не очень понравился, я не буду больше. У моего ребенка закончилось вот такое средство. Это у нас детская эмульсия для мытья с пантенолом, ромашкой, экстрактом зерен, проросших зерен. Это мы покупали в Чехии. Я вам про эти средства от компании Manufactura рассказывала в одном из своих видео. Не буду даже петь дифирамбы, потому что эти вещи просто потрясающие. Для детской кожи я иногда тоже прикладывалась, чего греха таить, потому что, ну, классные вещи. Тут и состав прекрасный просто, и пахнет травами, никаких аллергических реакций, не сушит кожу. Классно, классно. Следующее, что у меня также закончилось, показываю пустую коробочку, потому что оно там уже обмылочек валяется. Чего его сюда тащить? Это, ну да, вот пустая коробочка. Это тоже чешское мыло от компании Botanicus. Это мыло с солью Мертвого моря. Я им умываю лицо. Обалденное средство. Оно, в принципе, и идет как для лица. Но можно и руки мыть. Кому не жалко, мне жалко, поэтому я им умываюсь. А вот это вот средство, если здесь заявлено, что здесь есть масла, то это действительно не сушащие кожу масла, не то, что вот и Yves Rocher, вот это масло карите заявлено. Здесь действительно и никакой пленки на лице не оставляет вот это мыло. И вообще замечательное, замечательное средство. Я тут слежу просто за временем, чтобы на 10 минут наговорить, и потом, чтобы видео резко не обрезалось. Просто буду делать в нескольких частях. Следующее, что у меня закончилось, это также из чешских моих запасов. Зубная паста от компании Canoderm. Это вот эта конопляная серия, про которую я вам рассказывала. Супер паста. По консистенции она пасту, ну, никак не напоминает, потому что, ну, это крем. Это крем для зубов. Она не пенится, но как она очищает классно зубы, вы себе просто не представляете. И зубы, и десна. Вот все такое ощущение, что вас там все отполировал хороший косметолог. Обалденное средство. Когда поеду в следующий раз, обязательно куплю. И еще одна зубная паста. Слушайте, мы что-то зубы чистим в нашей семье, как сумасшедшие. Ну и, кстати, да, у меня ребенок приучен после каждого приема пищи чистить зубы, да и я сама не могу. Если я нахожусь дома, и есть возможность после приема пищи почистить зубы, я это делаю постоянно. У меня даже на работе есть зубная щетка и зубная паста. Вот такая классная паста закончилась. Это японская от компании Lion, или Lion, как правильно вот здесь вот написано название. Периодически японские зубные пасты мы покупаем, они у нас в магазинах здесь представлены. Хорошие пасты, немножко подороже, чем все остальные, но замечательные и по вкусу, и по действию, и по аромату. Супер, мне нравится. Выбрасываю то, что у меня не закончилось. Вот такое средство для волос. Это бальзам от компании Белита. Отвратительный бальзам. Абсолютно ничего с волосами не делает. Он такого зеленого неприятного цвета. Какая-то вот зелень непонятная. Запах мне, в общем, он не понравился вообще ничем. Дешевый, где-то просто с краем уха услышала на YouTube, что девочки хвалили вот эту марку, взяла попробовать, очень разочарована и не советую никому. Закончилась вот такая у меня термальная водичка от компании Dermafeel, очень мне она понравилась, 300 мл, стоит около 200 рублей, 200 с копейками, такая очень хороший распылитель. Кстати, распылитель у некоторых, я слышала также на YouTube, что у некоторых распылитель такой бронзбоем таким бьет. У меня нет, у меня все в порядке, закончилось, я очень-очень довольна, буду покупать еще. Девочки, время, увидимся в следующем видео, сейчас я пересниму.